Так вот, сейчас мы начнем с вами разбираться, что такое ложь, а что такое не ложь. И куда мы приехали? Мы приехали на то самое место, где вы покупаете супер замечательные теплицы. Это строительный рынок на холмах. Холмогорского есть такое место. Оно прям вот, вы выезжаете в сторону Челябинска, и вот с правой стороны, с левой стороны или с правой, куда вы поедете, будет тюрьма, а напротив это будет тот самый строительный рынок. И вот я вам честно скажу, я здесь теплицу купил, и они принесли результат. Вот. Почему я сюда сегодня пришел? По одной простой причине. Мне сказали: Леш, постарайся людям объяснить проблемки ваши. Сейчас объясню проблемки наши. Я сейчас попрошу, чтобы она немножко вот с этой стороны подошла. Вот сюда чуть-чуть. Подойди сюда, Попасяна. Вот, подойди, жена моя. Так, хорошо, хорошо. И потом потихонечку пойдешь назад. Я просто демонстрирую, потому что процедура будет длительная. Вот. То бишь, о чем мы сейчас говорим? То есть вы себе купили теплицу. Вообще оптимальный вариант приехать сюда, потому что здесь никто не обманывает, здесь вам делают исключительно замечательные теплицы. Вот. Что бы мне хотелось бы для вас довести? То есть приехала к вам теплица. Во-первых, на теплице сразу же, то есть чтобы такого не было, потому что здесь люди работают, они делают замечательный результат. Но не все так работают. Некоторые работают в гаражах, некоторые работают, собирают теплицы из всякой фигни. И потом саморезами скрепляют. Поверьте, так не делается. Нормальная теплица. Уж поверьте мне, я вам потом это все дело объясню. И все еще говорят, что у вас там замечательный этот поликарбонат. Я принес поликарбонат. Вот смотрите. То есть, если вы не будете убирать пленочку, то вот такой поликарбонат будет. То есть, у поликарбоната тоже разная цена возникает, да? Все говорят, что омский поликарбонат хорош. Да, он хорош. Но извините, вот завод Кронос и 07. Это очень плотный поликарбонат, и цена вопроса 2700 рублей. Так ли будет у вас? Потому что на среднюю теплицу 6 метров, это получается 4 листа такой штука нужна. Пройдемся немножко дальше. Вот. Все делают разные поликарбонаты, тут даже вопросов нет. Вот, допустим, в Карачаево-Черкесии. Корочеркесск, завод Юг Ойл Пласт, тоже делает, вот это называется Солталайт, да? То есть его плотность 0,5. И цена вопроса 1900 рублей. То есть понятно, да? Грубо говоря, все это перемножаем, и получается, о чем говорим? Кто-то хорошо заработал. Если все это будет содрано. Если не содрано, то все нормально. Теперь идем дальше. Есть такая штука под названием Казань. У меня там друг живет. Вот. Что у нас в Казани возникает? У нас в Казани возникает замечательный тоже. В Казани хорошая тема, там промышленность очень серьезная занята. Город практически такой же, как Магнитогорск. Вот. Смотрим. То есть, если Казань идет вот в таком, и вы понимаете, что это плотность 0,72, вот видите, актуаль. Ну, это крутизна, и вряд ли кто-то вам его даст. Потому что там вот цена такая дорогая, 2700. Ну, есть Казань, подешевле стоит. И плотность поменьше. Вот. Ну и тоже надо понять, что вот если она будет вот с такой фигнюшечкой, да? То есть я вам еще раз объясняю. Перед тем, как вам поставят теплицу, вы уж посмотрите, если вообще ничего нет, то это вот следующая штука. Вот она, похоже, где-то в районе там. Ну понятно, где. Вот. То есть цена 0,52. Не цена, а плотность 0,52. И цена 2000. И подойдем к тому, что не имеет вообще никакого покрытия. Вообще не имеет никакого покрытия. Вот. А теперь самое прикольное. То есть мы вам показали 0,4. Ну, стандартная теплица, которые вам даются. То есть теперь смотрим на плотность и на толщину. Толщина 3,5 мм, плотность 0,45. Вот такое вам выдают бабушки. Бабушки! Ну, вы тоже подумайте, вы же тоже смотрите программу. То есть, уж поверьте мне, лучше купить чуть-чуть подороже, но оно и стоять будет дольше, и работать будет дольше. Как вам такое? Так вот, если вам поставить такой поликарбонат, во-первых, он от мороза трескается, как стекло. Вот, желтеет и пропускает ультрафиолет. Вам это нужно? Последнее и необходимое предупреждение. Мы вам показали все.
04-04-04. Вы, по сути, не разберетесь, если у вас пленочка не будет снята при вас. Поэтому, прежде чем вы что-то заказали, я вам серьезно говорю, скажите, как вы привезете. Если не скажут, то мы привезем, пленочку уберем, то вас 100% будут обманывать. Если пленочку привезут и при вас снимут, ну, дай бог, чтобы такое показалось. И я вам показал уже все, что нужно, да? Вы уже сами понимаете, где работаете. Если вы приехали сюда, то все будет вполне нормально. Если не приехали сюда, ну, сами думайте. Вот. То есть, все, что нужно, мы вам сделали. Теперь уж только ваше мнение, куда идти. Я рекомендую вам приехать все-таки сюда. Кстати, здесь занимаются восстановлением ваших замечательнейших теплиц. Супруга вам показала, да? Это не проварка. Это просто накапали справа и налево, а ничего не сделали. То есть, вот здесь так теплицы не делаются. Представляете, да? Здесь они четко все проваривается и потом подкрашивается. Я бы, конечно, хотел тоже вот здесь повиснуть, да? Но вы же поймете, что это неправильно. А если вы повисите на здешних теплицах, то все будет нормально. То есть, ну как вот такое? И вот это вы покупаете за какие-то копейки. Не надо этого делать. Уж поверьте мне, теплица должна стоять 10 лет. И в связи с тем, что нас смотрят бабушки, я бабушкам говорю, бабушки, прежде чем к вам привезли теплицу, попросите сертификат качества и попросите не снимать пленку с поликарбоната. Просто скажите, мне нужна ваша пленочка и сертификат качества, а там уже смотрите внимательно. Если вам ничего этого не говорят, говорят, да мы все это делаем, мы там 5-10 у нас... Нет. Если так, ну не надо вам это делать, поверьте мне, не надо вам это делать, не надо покупать другие теплицы. Уж поверьте мне, гораздо проще переплатить те самые там 6-8 тысяч рублей, купить себе нормальную теплицу, чем через 2 года у вас из теплицы превратится ни во что. А где купить теплицу, я вам уже показал. Это стройрынок на холмах. Теперь из чего делается дальнейшая часть теплицы. Сейчас дальше будет вообще все прикольно. Вот видите, штучку я купил себе. За 42 года первый раз себе штангерциркуль купил. Для того, чтобы вам показать, из чего можно делать теплицы. Вот. Конечно, здесь могут вам сделать и более дешевый вариант. Теплица из металла 1.2. Вот он, кстати, видите? Сейчас покажу. Берется так. Вот так берется. И меряется. 1.2. Можно такое сделать. Теплица будет легче. Но вы же понимаете, что это металл, да? Что рано или поздно такое возможно случится, что что-то проржавеет, да? Понятен результат. В любом случае, чем здесь хорошо? Здесь смотрят за вашими теплицами, да? Здесь вы получаете тот самый замечательный сертификат, и в любом случае, даже если что-то не случилось, придете сюда, вам на месте все это дело восстановят. Но я вам говорю, что гораздо проще взять из другого материала. Вот смотрите, то есть разница, да? 1.2 и 1.5. Но вы это все поймете. Вот здесь 1.5 миллиметра. 1.5 миллиметра. То есть и теплица будет гораздо дольше стоять. И работать она будет дольше. И служить она будет дольше вам. А вот теперь посмотрите, как это все делается здесь. Где ваши теплицы делаются. Кстати, если вы будете говорить, что здесь самые дорогие цены, это не есть правило. Поверьте мне, у нас есть и теплицы, которые стоят дороже. Вот, здесь просто вами занимаются. То есть вот так вот они все это вычищают аккуратненько, да? Потом все это дело красится, и все это дело стоит долгое время. Теперь меня попросили вот эти дивные сертификаты вам показать. Потому что бабушкам говорят, что вот дайте нам Омск. Но в Омске тоже несколько контор есть, которые производят поликарбонат. Причем разные ценовые категории. То есть это Кронос 0.7. Это самый дорогой, Солярис 0.6, Матадор 0.5. То есть понятно, да, что в Омске несколько заводов выпускают разные поликарбонаты. Понимаете? То же самое в Казани. Актуаль Био, ну это один из хороших вариантов. Новатру вряд ли кто-то вам привезет 0.8. И Вациональ или Арациональ, вот, 0.52. То есть цена вопроса. То есть, если это будет новатор, ну, представляете, да, там цена вопроса будет такая веселенькая. А могут привезти рациональ.
вам пойдет же. Еще раз говорю, обязательно попросите сертификат. Нет сертификатов ни разу. Кстати, вот в Черкесске то же самое. Мы вам показывали самый дешевый вариант, да? Satellite. Вот. Но есть еще и сибирские теплицы 0,63. Есть еще и Borex 0,7. То есть то же самое. Попросите, попросите, пожалуйста. Скажите мне, из чего все это делается. И вот я вам все это дело объяснил. Никто не должен снимать профили с теплицы перед установкой. Поняли, да? Вот, теперь что касаемо дальнейших. То есть мы сейчас уже говорим о теплице, которая здесь сделана. Ну, вы все прекрасно понимаете, как все сделано. Вот, кроме всего прочего, здесь теплицы, они никуда не улетят. По одной простой причине, везде здесь вот такие вот наплывчики. Вот. Эти наплывчики, они фиксируют теплицу. То есть кое-кто, конечно, берет теплицы, потом дальше ставит там фундаменты, но не каждый же это может сделать. Здесь все делается правильно. То есть потом эти теплицы заглубляются на метр вниз, и ваша теплица будет стоять. Другой вопрос. Возникает замечательный вариант. То есть здесь шикарно работают, и всегда вот это все дело смазывается, да? Вот. То есть нет такого хруста, понимаете? Если не смазано, то такой бы скрип стоял, представляете? Но нет такого, правильно? Работают здесь люди. Вот. Теперь маленький вопросик. А дело в чем заключается? У нас иногда зимой получается снег. Снег. И вот мне, кстати, надо будет одну штуку здесь купить, я ее в действительности возьму, потому что не хотелось бы, чтобы потом 8-метровая теплица прогнулась, потому что иногда бывает такой снег с мокротой. Представляете, наверх и потом бумц. Вот, два варианта, то есть три варианта. Самый простой вариант, это из нескольких палочек, вот, ну разные палочки, да, вот, ну, гвоздями собрали и поставили. Другой вариант, это самый простой вариант, палки есть в любом сельском хозяйстве, это однозначно. Другой вариант, вряд ли вы это сможете сделать, 2-метровая палочка, вот такая. Я попросил, говорю, ну где же вы такую-то штуку найдете? Ну у каждого человека есть дома 2-метровая палка. Ну нет, не у каждого. Поэтому самый простой вариант приехать сюда, 250 рублей. Сделали вам то, что доктор прописал. Я 2 дня назад пришел сюда, говорю, сделайте, сделайте. Сделали, 250 рублей. То есть аккуратно ставите, поднимаете вот так вот, понимаете, да? Аккуратно фиксируйте. Как все сделано? Ну как все сделано, а? Ну и в оконцовке сюжета мне показали, что здесь делается. Вот. Тут. Здесь делаются форточки. Вот, у меня такая же есть форточка, вот, одну попросила, чтобы дверка была, ну, одна была с форточкой, так вот, что говорит, то есть, вот здесь они также промазывают, солидол, лучше ВД-шку смазали и все, что случается, дожди идут, понятное дело, да, дожди идут, и рано или поздно, ну, бабушка так, вот так берет, и она ничего не делает, она что делает, она так резко, так, хлоп, так вот, и вот эта штука вырывается, так что, ребят, маленький вопрос для тех, кто хочет работать со своей теплицей. Тоже обязательно следите за своей теплицей. И тогда ваша теплица будет работать те самые 10 лет, а может еще и больше.